мы решили сделать фит-лигу сообществом, не побоюсь этого слова, профессиональных атлетов. К этому мы будем стремиться. Стремиться к тому, чтобы уровень качества атлетической составляющей в наших соревнованиях ничем не уступало тому, который мы имеем на других спортивных площадках аналогичного типа. Нам есть тут над чем работать. Если первые два комплекса, ну, я так еще предполагала, да, что я могу там побороться как-то, что-то делать, то последний там, это был совершенно неожиданный такой комплекс, который я опять шла с мыслью, что я там буду делать. Но он был заявлен как, что будет судиться по последней части, которую я шла и знала, что я не умею. Я понимала, что если я туда пройду, то я встану, сделаю рывки гантелей и все. То, что удалось все равно, несмотря на него, занять первое место, это, конечно, фантастика. Я очень порадовался за Катю Ильину, на самом деле. Я наблюдаю за ней, вот начиная давно. Она ведь впервые поднялась на какой-то призовой подиум еще на тульских соревнованиях зимних межрегиональных игр в феврале прошлого года. То есть она прогрессирует в силовой составляющей. Посмотрите, сегодня она, будучи достаточно хрупкого свойства, так сказать, конституции девушки, так сказать, да, подняла, тем не менее, больший вес в первом упражнении, причем в такой требующей силы и силовой выносливости. Поэтому я очень доволен ее победой. Мне очень нравится Мария Филиппова. Я очень уважаю тех спортсменов, которые могут с зубами вырвать тот результат, который они в итоге показывают. Турнир супер был, на самом деле. Я очень удивлен, что кроссфит выходит на такой высокий уровень, что уже такие уже сногсшибательные там получаются у нас феерические выступления. Поэтому очень рад, что побывал на нем и, соответственно, выиграл. Что касается мужского дивизиона, я честно могу сказать, я очень рад успеху даже не первому и второму месту. Сильный атлет Сергей Колдовской, я его поздравляю, он и стабильно в этом году показывает очень высокие результаты. Выиграл не целый ряд международных турниров, включая игры Афродиты, которые мы проводили на Кипре. Дмитрий Трушкин, великолепный атлет, тоже стабильно входящий в число лучших, но меня откровенно порадовал успех Андрея Крыжановского. Он вошел в тройку, он стал третьим. У него были высокие шансы, так сказать, подняться и выше. Но сам по себе прорыв вот атлета такого типа, такого уровня, такого профиля подготовки, каким является он и рукопашник, и пауэрлифтер, он небольшой, он подготовленный, так сказать, меня откровенно всегда радует.